Премьер-министр Словении Мирослав Церар рассказал о преимуществах технологии блокчейн и планах правительства в этой отрасли. Он выступил на конференции Digital Slovenia 2020 с речью «Вызов Словении 2020. Взгляд на развитие и регулирование технологии блокчейн в современном обществе». Премьер-министр отметил, что некоторые словенские компании добились успеха в сфере блокчейн. «Это может послужить хорошей основой для создания инфраструктуры, позволяющей Словении стать лидером блокчейн-разработок в Европейском Союзе», отметил Церар. «Словения намеревается стать открытым для блокчейн-разработок центром, для чего мы формируем основы национальной блокчейн-экосистемы в сфере передачи и распространения информации, принятия нормативно-правовых актов и создания благоприятной среды для развития компаний, работающих в сфере технологии блокчейн», — сказал политик. Для дальнейшего развития блокчейн-инициатив в Словении создан научно-исследовательский центр блокчейна.